Всем привет! Сегодня я приготовлю блины. Блины у меня будут фаршированные, фаршированные печенью говяжьей и джусаем с луком. Блины обычные, кефир и молоко. Пол-литра кефира с молоком по 250 миллилитров. 3 яйца, у меня 2 яйца, они крупные. 2 столовые ложки сливочного масла растопила, мука, соль и сахар. И сейчас я делаю тесто, отставляю, а потом делаю начиночку. Яйца взбил, рецепт напишу. И теперь кефир с молоком и добавляю муку постепенно. А потом займусь начинкой. Печень у меня готова, я ее отварила вчера. Сегодня просто натерла. Готовлю я такие блинчики часто. Сытные и полезные. Печень, джусай. Джусай, он чесночком пахнет. Я делала, просто добавляла чеснок. А этот раз с джусаем. Вот такое тесто, я думаю, нормально будет. Лишняя мука, но я лишнюю насыпала. Всегда добавляю постепенно муку. Все, оставляю, пусть настаивается тесто. Вот лучок у меня зазолотился, я забрасываю джусай. И добавила еще зубок чеснока. Нравится нам чесночный вкус у этих блинчиков. Перчила и забросила печень. Все хорошо перемешиваем, и начинка готова. Ну и блины печем, жарим обычным способом. Каждый блин я смазываю сливочным маслом. С добавлением сливочного масла в тесто блины получаются такие шелковистые. И жарю все блины. Это был первый блин. Вот так вот. И я тут же фарширую. Вот так заворачиваю просто. Все блины я пожарила. Вот такие они получаются. Это из полкило сырой печени. В вареном виде 280 грамм. И кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, впереди будет много интересного. Пока-пока!